Всех приветствую. Вот, наконец-то дошли у меня руки снимать дальше видосы. Сегодня у нас Каринка новая. Я ее сделал на прошлой неделе. Где-то недельку прошло, наверное, времени. Вот такая вот интересная, кругленькая, аккуратная, ровная. Это я сделал из куска черенка. Теперь я буду иногда их из них делать, стараться чаще, потому что более круглые, более ровные, немножко удобнее работать, сучков нету, и как бы вот так вот. Как обычно, чехол к нему имеется, то есть к ней, к Карине. Вот. Это у нас с пентатоником, 5 отверстий, 6 нот, в си строе. Блок у нас с другого дерева, по-моему, из клена. Семейство кленов, да, дерево, кусочек. Ну и уже, конечно, сам черенок. Я, честно, не знаю, из чего их делают. Сосна там, не знаю, что может быть, что обычно привозят и из чего делают. Честно, не знаю. Какое-то, в общем, дерево. Ну, попрочнее, чем тополь, конечно. Пожестче. Ну и довольно-таки неплохие получаются окарины из них. Проверим длину. Длина у нас 176 миллиметров. Диаметр 29-28, вот так вот. Потому что все равно вроде бы как бы ровненько, но не совсем круглое. А здесь тоже плюс-минус. Внутренний диаметр я не знаю, все выбирается вручную, поэтому не могу понять. Ну, толщина стенок где-то около 5-6 миллиметров. Ну, все, в принципе, как обычно, сыграю что-нибудь опять. Пентатоника есть пентатоника, как только не играй, всегда будет красивая музыка. Здесь всего лишь 5 отверстий, упрощенно. Кому как удобно, я ставлю сверху 3, снизу 2 пальца, или наоборот можно. Я привык так, ничто зажимать не нужно дополнительно. Все, просто играй, сиди, отдыхай, и больше ничего не нужно. Потому что она действительно успокаивает. Ну, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если что, пишите. В комментарии пишите. Контакты мои все будут в описании. Добавится ссылка на каталог. Это бизнес WhatsApp. Можете потом посмотреть, зайти. Цены Виства, Фокарин. Если что, добавить себе, заказать. Это уже на ваше усмотрение. Ну, всем пока!